Сибирь – сердце России, край заповедных лесов. Кедр – самый благородный из сибирских деревьев. Деревень Поросина стоит на самом краю кедровой рощи. 15 лет назад школьники узнали, что прямо в роще хотят построить дом. Мы с одноклассниками поняли, что экопарк будет уничтожен, и не смогли остаться безучастными. Поросинские школьники организовали общественное движение за спасение кедрового экопарка. 15 лет спустя их дети наслаждаются видом заповедной рощи. Если бы не школьники, от природного экопарка осталось бы одно название –